Форум государственных служащих прошел в Кокшетау. Представители 5 северных областей Казахстана делились опытом и обсуждали особенности работы, о которых подробнее расскажут мои коллеги. Несколько дней форума молодых госслужащих стали для его участников своего рода курсом повышения квалификации. На меня большое впечатление оказал тренинг «Перевертыш», который позволил посмотреть на себя с различных сторон, именно с тех сторон, для решения проблемной ситуации и в работе с населением. Единственный в Казахстане клуб молодых государственных служащих «ЖИГЕР» работает в Акмолинской области уже 10 лет. Итогом десятилетней работы стало подписание меморандума о сотрудничестве с правительством Ульяновской области Российской Федерации и меморандума о взаимопонимании с Советом по международным делам города Хантсвилл, штата Алабама, Соединенные Штаты Америки. Надеемся на то, что в других регионах, по нашему примеру, тоже будут открывать подобные клубы. Отличительная черта форума в его организационных деталях. Никаких трибун и докладов, только диалог и режим свободного микрофона. Это очень значимое мероприятие, поскольку оно не появилось сегодня. Это начинание инициатива самих молодых госслужащих, самих молодежных объединений. Есть вопросы, которые мы решаем все вместе. Системная институциональная реформа по формированию стабильного и профессионального государственного аппарата находит реализацию в наших повседневных делах. По завершении форума молодые госслужащие отправились на экскурсии по сакральным местам Акмолинской области, чтобы познакомиться с историей края. Мадина Смагулова, Евгений Шинкаренко. Итоги дня. Акмолинская область.